В рамках конкурсных процедур происходит таким образом. Дорожные работы – это одна конкурсная документация. МАФы и там воркаут – это другая конкурсная документация, которая вот имеет свое разночтение. Могу признать, что здесь определенная рассогласованность. Поэтому в последующем, и эту работу мы уже провели, и с главным архитектором проговорили, приняли соответствующие документы, что если принимается двор комплексно, где и тротуар, и дорога, и малоархитектурные формы, все должно быть учитано в этом дворе с учетом мнения и решения жителей. Если каких-то архитектурных форм не должно быть или не получается туда их поставить, то надо также людям честно прийти и сказать, что вот это и вот это мы в этом году или там на следующий год мы не поставим. Это сделаем в следующем. Но с тем, чтобы ожидания людей все-таки были поддержаны, мы на следующий год, если в этом году не получится, все ожидания и решения по предыдущим дворам, которые не до конца исполнены, по беседкам или малым архитектурным формам исправим.